покажу, насколько долгий путь от Корон-Бич до Ката. До Ката-Бич. Сейчас 14:44. Посмотрим, сколько времени будет идти пешкодралом. Hello. Здесь курс доллара 33.70. Я так все обменники обойду. Но самое лучшее находил 33.85. Какой-то ресторан. Цены, как всегда, убийственные. Говорим по-русски. Вон там написано. Хотя че все на русском разговаривают. Динозавр. Маракуйя 80. Ланган сколько, непонятно. Но это 70, это дорого. Кстати, у них здесь интересный материал. Там дырочки, а здесь вообще такой плотненький. В общем, купил я здесь шортики. Так что дальше идем. Опять обменник. Сколько здесь у нас?
33,7. В общем, самый выгодный курс, наверное, из скольки, из 7 или из 10 обменников, это 33,8,5. Ну, то есть все обменники, они невыгодны. Ну вот так, вот и Катабич. Да, ну он похож больше такой какой-то, я не знаю, на Финский залив. Я тогда это говорил. Видишь, здесь еще раскатано, здесь походу катаются люди. Я, кстати, читал, что вроде как здесь даже на машинах гоняют. Да. В общем, после пляжа Корон Ката-бич мне что-то не очень. Решили ходить на Корон. Не, может и здесь. Как-то он выглядит не так, понимаешь? Как-то он маленький. Ну, хотя он такой полукруг, но он просто здесь какая бухточка. А там более открытый. Вот, поэтому здесь маленькая волна, а там большая. Так мне и то, вода и там прозрачная, чистая, классная.